14 августа. Собираемся за грибами. Как обычно, сильно долго запрягаем. Уже 12 час. Мы никак сегодня уедем. Так маленьких уже сейчас и вряд ли. Хороший для сушки. Где 5 ты там увидел? Так. Где 5? Вот раз, три у тебя. 2, 3. Вот четвертый, вот 5. 4. Это ты нормально, его можно брать. Да, эти все ну, мы хотели позавчера сюда ехать, но мы набрали столько, что мы сюда не поехали. Нет, эти плохие уже. Вон. Тоже, наверное, уже, да. А вон там резали. Чуть-чуть мы опоздали. Вот, 2. Но это хорошие, нет? 5, 6, 7. Считай. 8. Вот 8 дохнет. Ну это нормально, эти можно брать. Ну, они пустотелые совсем, конечно. Вот, еще 2. 3 здесь, 1 дохнет. Мертвый. Ой, а комаров? Комаров внизу ползу. И он даже хороший. Забирай. Это мне, я хочу. О, бабушка, режь. И сколько уже собрали до нас? Я тут ни при чем, я сижу. Вон они стоят везде. А там грибы нет? Вон, смотри. Вон, смотри, вон там сзади. Где? Ну я вон туда, вон там, вон 2 там стоят. Два хороших. Я все грибы раздала, короче. Вы туда пока не спешите вперед. Смотрите, какого я нашел. Ой, какой папа. Смотри, Саш. И вот еще, вон еще 2. Вон они, смотри. Ой, вот этот какой хороший. Вот. Этот гнилой. А этот-то прям хороший. Он прям... Да. Тихо, ты не бегайте только, зайцы. Был нашу поляну, да? А там наверху-то все равно же. Вон те тут не собрали. Там плохие, да, Сашуль? Вот еще. Нет, еще не плохие. Я нашла. Эти не надо. Так хочется съесть его. Так выглядит. А где наша поляна? Ты никак не пойму. Вот он, склон. Вот он, да? Вот сам, самый обильный. Поляна была. Вот здесь было немного. Дождик. Вот стоит. Вон стоит. Сколько вы считаете? 13, 14, 15, 16. Ну, это не надо брать, конечно. 16, 17. Вот позавчера хотелось сюда очень ехать. Но позавчера мы были настолько. Так, 18. 19. 19. А, 20, да? 21. 22. Где сучки валяют? Хороший стоит. А белых-то сколько там стоит наверху? Ой, а белых-то смотрите сколько. Вот он. Ну вот она. Вот, Люб, давай догоняй. Вот на это место мы вас вели. Вот мы машину вот эти. Он сколько стоит. А первый раз мы приехали, здесь были молодые еще. И вот они вот так вот стоят, мы считали, считали, считали. Ну ты сорви, но только брать его с собой не нужно. А? Как не брали? Брали, это было когда? Несколько лет назад.
Нет. Люба, видишь, сколько грибов? Но они уже переросли. Он прям дорожка из грибов. А? Это хороший, Сашуль. Бери, бери. Считать-то забыли? Да больше уже. Ага, смотри, если крепкий, то бери. Если какой-то, то доставляй. А вот смотри, какой хороший. Это мой. А то я вам все грибы раздала, сама с пустым ведерком. Вот какой, смотри, бабулечка. Ох какой. Он даже еще с белой шляпкой. Там два стоят, смотри. А вон три, четыре. Пять. Смотри, какой здоровый, Саш, вон там. И да, а вот смотри, какой большой, вон там. А вот еще. А вот этот хороший, папуль, смотри. Как бы его подступиться, да? Ой, какой он толстый. Ой, гигантский, больше ведра. Ой, хороший. Завтрак грибника. Ну, а мы пошли ходить дальше, искать, что здесь можно с чашкой чая. Старая вышка. Она еще лет 20 собиралась упасть. И до сих пор она стоит. Вся гнилая. Стоит ровно. А? Одна из вышек лесничих. Сколько ей лет, Сереж? Как ты думаешь? Ну, лет 50 больше, да? Прочитано. Приятного путешествия по России. О, меня мегафон уже опять услал в Новосибирск. Что есть? Да нету ничего, ни рыжиков, ни маховиков пока. Они, наверное, в сентябре пойдут. Одни белые. Одни белые, да. Вон как стоит красиво. А такие мы уже не берем. Их пока до дома довезешь, они все склякнут. Такие уже. Вот он будет себе дальше стоять, расти. Вот сколько стоит. Раз, два, три, четыре. Но они тоже уже остаются на месте стоять. Вот, смотрите. Вот, смотрите. Вот. Он еще стоит вон там. То есть здесь вообще он массово, очень массово. А вон там, смотрите, сколько. Очень массово он лез 3 дня. Вон сколько. Вот они стоят. Вот за 3 дня они все вылезли. И все. И уже успели умереть. А вон маленький стоит. Маленький. Не дошли вы до маленького-то. Вот-то какой. Хотя он тоже не очень хороший. Ну вот. И вот теперь все, слой прошел. Может быть, будет еще один слой. Вон они. Смотрите, сколько. Вот стоит. Вот стоит. Вон там вообще 4-5 штук. Вот. Это, наверное, хорошие. Вот эти вот. Лежат, да? А вот тут сколько, смотрите. Смотрите, раз, два. Я вообще на камеру. 3. Вот здесь уже резали. 4. Вон их сколько. Да какие красивые-то. Ой, какой красивый стоит. Он какой. Да, здесь много-много было. Что, хорошие стоят? Нет, почему? Вон их сколько было. Вон сколько. Это я. А, там маленький. Ага, давай вот этот срывай. Срывай. О, вот это ничего себе. Ой, очень хороший гриб. Ой, он еще живой вроде.
Такой можно и взять. Живой. Папуля, вы куда? Да, молодец, папуль. Вон какие. Ой, какой стоит красивый. Смотри, Люба. Люба. Смотри, какой. Смотри. Подойди к ним. Подойди к ним. Он не сталый. Сталый. Давай. А что в варежках? В варежке снимай. Нет. Снимай варежки. Ой, два стоят, еще не совсем умерших, хороших даже. Как настраивается. Бери, бери, разберемся потом. Мы еще в лес еще ехать не успели. Уже грибов набрать. Ой, неугомонные души. Я его видел. Ну это да, это на жареху. Такие мы не сушим, таких очень здесь мало. Это только на жареху. Сушим мы исключительно белый. И для себя мы сушим опят. Я очень люблю суп из опят. Да. Раз, два, три, слушай, четыре, ну этот... пять, шесть. Вот. Ну как поздно, мы там собирали. Че? Вон сколько их здесь было. Вот. Вот это тоже все. Ой, мама, сколько. Ой. Вот они. Потому что вылезли, они в один день вылезли везде и все. И народ таскал по несколько ведер. Вон они были, вот он. Ой, мама. Ой. О, под ногами-то. То есть... Да, по-моему. Нет, он нормальный вроде. Он стоит. Неужели живой? Ой, папуль, я нашла живых. Вот два живых, остальные вот. Вон стоит. Вот стоит.
А вон там, а вон там. Я говорю, я два живых... Где он? Ушел. Два живых нашла. Вот они. Вон они что. Вон они. Ой, мама, а вон там. А вот тут это было нечто. Ох-ох-ох-ох-ох. Да. Да. Вот они. А здесь сколько... А вон там, мама. Это не для слабонервных вообще, конечно. Вот этот вот так и не вырос. Не для слабонервных. Это, эти все, ой. О, вообще... Да. Да, папочка. Ой, нормально. Да тут можно было телегами, вон. Посмотри, это еще. Ну, пощупай. О! Так правильно, они же там раз. А вон еще один стоит. Нет, вот он. А он и хороший еще. Вот, смотри. Смотри. Ну-ка, стой-ка. Вот здесь, вот еще где-то я видела. Вот почему мы вот этот гриб взяли, а в лесу те не брали. Потому что этот жесткий гриб, он на сушку пойдет. А те в лесу, которые, они были очень мягкие. И на сушку они были негодны. А здесь прям вот, а я молодой нашла. Оп! Вон еще один. Бери. Вон какой. Вон там. Главное, шла-шла, не было никаких грибов. Не, ну этот вообще с пол этого. С пол ведерки. Что, нормально вот этот? Вроде, да. А там, который был, ты взял? Где там? Вон их сколько. Да, было. Было. А это мёрзло уже, да? Ножки беру, они сухие. Было. Так сразу тяжело стало. Может, ты его возьмешь к себе? Да. Это гриб. Да. Ага, тебе к ней. Ты уже надергал. Ну, оставь тогда. Да нет, это все вот так. Вон, а что? Тут целая орава. Вон. Вот они. Ну, они, знаешь что, вот эти вот, они выросли гораздо раньше, чем 4 дня назад. Они выросли после тех дождей. Мы могли бы их спасти. Вот и маленький, слава богу. А и вот еще один. Он там старый. А это хороший. Белый шляп, настоящий белый. Смотрите, какая шляпка. То есть те мы были рвали. Вот, ей я такого же. Те были боровые, с коричневыми шляпками. А эти, вот они, родные. Ой, папка маленьких ломает. Я вижу. Ну а этот тоже живой, я отсюда вижу. Вот этот кабан, да? Не знаю, его нет. Действительно, папка ломает такой хрусть такой. Вообще, конечно, странно, да? Вот он, один лог. Вот на той стороне мы были, там все дохлые. А здесь практически все живые, даже есть маленькие. Смотрите, какая прелесть. Белый, а из одного корня у него вот растет сыроежка. Вообще. Прелестный симбиозик.
А вот здесь еще один красавец притаился.